Отчет о нишевых моделях. Если модель телефона отсутствует в системе, просто используйте функцию отчета через сканирование кода, чтобы обновить и добавить новую модель мобильного телефона. Нажмите, чтобы отсканировать код и сообщить. Откройте WeChat для сканирования. Отсканируйте QR-код на экране. Последуйте подсказкам на телефоне. Сфотографируйте телефон. Затем введите модель, о которой хотите сообщить. Нажмите «Загрузить сейчас». После того, как система получит отчетную информацию, мы обновим модель в системе в течение 24 часов.